Здравствуйте, мы с вами в корпусе Д Института машиностроения. Он расположен по адресу город Тольятти, улица Белорусская, 14Г. Здесь учатся студенты, будущие инженеры в отрасли автомобилестроения. Здесь находится центр машиностроения, куда приходят студенты различных направлений обучения для работы над проектами международного уровня. Здесь реализуются такие известные международные проекты, как Formula Student, Solo Regatta, Smart Moto Challenge. В данных проектах принимают участие тысячи студенческих команд со всего мира, а проект Formula Student является кузницей кадров для самых популярных в мире автогонок Формулы-1. Это проектное бюро, где генерируются порой самые невероятные инновационные идеи. Здесь мы работаем. Создание любого прототипа начинается с проектирования, создается 3D-модель, выполняются все необходимые расчеты. И мы уже можем видеть то, что у нас получится. Это помещение – наша мастерская. Именно здесь для соревнований создаются те самые уникальные разработки. Болид 2019 года Black Scorpion G2, с которым команда успешно выступила в Италии, а также одержала победу на российских соревнованиях Formula Student. Идея таких соревнований заключается в том, чтобы команда студентов, подобно инженерной компании, выпускающей автомобиль мелкосерийное производство, смогла разработать, построить и испытать прототип автомобиля формульного класса. При этом команда должна доказать, что применяемые технические решения являются оптимальными. А судьями на таких соревнованиях выступают ведущие инженеры известных автоконцернов, таких как Audi, Mercedes, Volkswagen. И еще очень важно учитывать экономическую целесообразность применяемых решений. В этом офисе над непроизводственной частью проектов работают студенты-экономисты, лингвисты, дизайнеры, журналисты. А это переговорная. Здесь мы собираемся все вместе на еженедельные брифинги, где подводим итоги и обсуждаем дальнейший план работы. На территории холла у нас есть возможность проводить различные мероприятия, презентации, открытые лекции и даже уроки английского, because our projects are international. Мы ежегодно принимаем участие в российских и зарубежных соревнованиях. Мы получили награды победителей в Испании на Smart Moto Challenge, в Германии на соревнованиях «Солнечная регата», а также мы являемся двукратными победителями российских соревнований Formula Student. Здесь, в Центре машиностроения, мы готовим успешные проектные команды, способные решать серьезные профессиональные задачи.